Не, а в их же еще надо сходить, или нет? Да мне без разницы. У меня сейчас настроение хорошее, проснулся, зачем здоровье. Мне тоже, я за. Учение воргенов, оно от только милия так или хастов тоже пропает? Которая там вынес шанс, что нанесет сколько-то там? Ну, 5000 руна тьмы, блядь. Пошли погибель, тогда тоже захуярим. Точнее, на ближнего или дальнего боя. Это либо на ханта, либо на милик. Ну да. Так, ну надо. Не кастер. Ветер снижки, блядь. Тем пизда. Давай сейчас закроем все, там посмотрим. Если люди захотят, то го. Подожди, а в 20 доступ нужно, да? О, их закрыть десятку, его не да, десятку. Ну, смотря какие инсты. Стоп. Сутки мы все. Подожди, ну, где-то ДК еще АФК, куда вы забежали? В маги ДК сзади, ДК сзади, назад. 10 секунд. Все, я тут. Да, если что-то там лоба. Пуляем. Только про контроль хорошо. Я на своих кого контроля поставлю метки. Остальных двоих контроля, да, это мягко. Рога, сбивай тоже кастер. Рога, ДК, сбивайте все. Бля, как неудобно. Я собью следующий. Я, короче, еще не научился одной рукой нормально хавать и играть на локе. Стрим на месте. Прям очевидно, не хватает концентрации. Я собью сейчас. Блин, а на самом деле, посмотрите, как 5% крита съедают где-то 1к ДПС у кастера. Мимо, у меня... Сейчас собью. Только это, слышите, будет анонс, если появятся эти типы? Да, я скажу. Следующий собью. Промах. Сейчас собью. Следующий собью. Вот этот забей. Увы. Следующий собью. И следующий собью. Сбивайте кто-нибудь. КД. Сейчас. О, брокрик. Добью. А у моба. Беги, малышка, беги! Сон, притворись или что-нибудь. А ты можешь оставить? Почему давай мобов бьет? С метками законтроленные. То мои типы. Может бомжей вызвать? Еще раз. Собью. Вызывай. Ты куда пошел? Стоянка. Я следующий собью. Стоим на месте все. Хуёво, я не смогу контролить. Не важно.
А поворачивать камеру по фрейму можно? Да, сейчас и узнаем. Да. Можно, нормально. Ну, написано, не двигайтесь тут. Такого не поворачивайтесь. Ну, блин, типа, поворачиваться-то считается за движение, нет? Я же своими лапками топчусь там по земле. Кондёр, бля, не падает. Он не здесь. Да херня. Это херня полнейшая. Ну, но забирай. Прок очень маленький, а много духа. Ну вот такая триня, короче, была на... ну и похожая, только статы другие, потому что на катаклизме все друг с ней бегали. Чтобы нормально хилить... Погоди, а чего там... Го-го-го-го-го, Войд. Ну вы где? Ну чё там вулт облизываем? А я бегу. Ну тут, ну как бы, если хочешь не садиться по мане, можно и в дух, можно и в МП-5 собираться, только, ну как бы, смысл. Я вообще считаю, что хилы, которые в конце боя, нормального боя, не садятся по мане в ноль, осуждаемые люди. Да, ну так... Не, ну тоже зависит, Рос, бля, боже, типа, из-за того, что ты еблан просить по мане. Нет, ты должен сесть по мане, ну потому что ты просто забился во все статы, и тебе хватает маны точка, точно на боссу. А хулипал не может, мне кажется, сесть по мане. Да. Не, ну... Ну, кстати, вот какая разница, тебе проходит ДПС по рейду или нет? Тебе все равно нужно ходить. Там хипресты 4-4. Вообще на изи поднимут это все, два колодца. Ну, а какая разница? Какая разница в маны? Нет. Я это делаю раз в секунду. Хота, вылерут, хота. Независимо от того, там, бьет тебя. Вот эти типа, что говорит, что неважно, у него ротация от этого не меняется. Он, это как на ДЦшке. Если у тебя ты... тоже от этого ротация не поменяется, ты просто шелдуешь. Если ты какое-то время не кастуешь ничего, это потерянное время. Время в никуда. Мы поняли, тебе нравится это слово. Эффективность. Я говорю про КПС, про расход маны. Ну а стрелы хуячат. Ауе. Если не сбить. Ну да. Ну на синдре ауе, блядь, на ауе. Друид-то все равно хилит постоянно, типа, ход ты на всех висят. Нет такого, что он ждет тебя, пока начнет урон проходить? Да, кидает. Обязательно. Нет. Во, тебе друид, который типа соло хилит, и ты говоришь, что кидает. Ну смотри, буйный рост — это самый эффективный спелл друида. Его нужно кидать по КД, потому что одним кидоном ты кидаешь на сколько там, 7 целей или сколько, и оно прокает ободрение. Ну ничего. Диспельте из танка. Танка сейчас диспельте. Приз тут. Из танка. Нет, ну блин. Там...
Уничтожение. А, да, исследование. Нет. Ну ты смотри, он же... Спальте станка, спальте станка. Ну, он, да. А с этим ты, ты путаешь. Нет, там же не такой ключ. Он тебя в любом случае всегда висит на рейде. Всегда. Ну и что? Нет. Да ну блин, вот это вот разницу. Там в Т-10 будет без разницы. Там. Ты понимаешь? Я тактику не понял. На большинстве босса. Ну ладно, давай. А тут что хуй поставишь, да, до конца выжить? Нет, стой, кто где стоит? Что? Да. Что ты пуляешь? Во впро на зеленом, ты на синем. Окей. Накинем кали. Застойте, стойте, пусть он придет сюда. Стой, зачем стой. Там пулять? Здесь нам на ДЦ-шка нужен. А, исполин, тогда отмена. И тотемы, наверное, убрать надо. Надо сейчас заценить. Туда 30 секунд это когда. А тогда вовбро у нас на этот. Вовбро, давай ты на синий луч. А Кинроки ты на зеленый. Не, так надо линию стоять, чего зачем? Зачем? У нас сейчас у кастеров 5-3% хита не вводит. Из-за ШП. Вот. Она промахнется разряженными этими стрелами и все. Ну, у нас вовбро есть, конечно. Нет, так может ты станешь туда, потому что типа он умрет в этой луже. Ему же мили бить. Лужа разольется, если под ним подбросим. Ты знаешь, какой здесь рейндж? Там рейндж нормальный. Конечно. Три лужи хватит. Кинь ДЦ в поте ко мне. А, вовбро. На луже кидается на 36-м твоем стаке. Нет, так это третья лужа, когда центри часа, да? Третья. Ему третья самое главное, чтобы на ней не умереть. Все, да, давайте. Я забыл. 5, 4, Герус командуйте. 2, 1. Реально, что ты тулишься? Так, вобро, двигайся, начинай. Вобро, иди вперед, просто иди вперед. Все отлично, попал. Ага, веру мы проебали, да? Да, кстати, следующий, да. Дадим. К телескопу сейчас побежим. Не поужим. Аккуратней. Все в стенку уперлись. А что зеленый луч дает? Стойте здесь пока, стойте. Зенит мана. Так, ну чё, потихонечку, наверное. О, а как Войда чуть не убила? Войд, хиль, похилься. Выйди в этой форме, похилься. Накидай ход на себя. Согласен. Блин, все равно. Давай, Геру. Первая лужа. Так, готовьтесь, лужа. Бля, надо тащить. На зеленом все вижу. Вовбро готовься. Засчитывайте его. Вот,
кстати, ребята... Вот... Начинайте, 34. Хорошо, вот сейчас вы стоите, вот посмотрите. Опа! Ладно, заберу очи. Вот вы сейчас хорошо стояли, вот как раз цепуха между всеми проскакивала. Желательно вот так вот, чтобы между вами было, как метров. Да. Убежали. Войт, Б... А, бля, ты его хуй бернешь. Прошмись, Войт. Стойте, не бегите. Не бегите. ДК, сейчас умереть можешь. Все. Пойдем. Пошлите. Удобно, кстати, бот можно есть. Посреди этого пула. Давай я стану на сене. На мне СС есть как раз. Вара. Пробафайте, Вара. Все, логру содержите прям вообще руками, пацаны, вот уже крепко. Ты вот можешь на него сейчас вот щиток не кидай, а кинешь вот именно когда там будет пару секунд. Скажите ему когда. Так, две лужи наших есть, да? Да, это 31 стак. 34. На мне. Все, вижу. На мне есть СС, да. Я свой нахил отдал. К телескопу. Чего дока? Собака навера, блядь. Не, это я дамажил, но у меня пропал стоял. Не, просто все по-разному бегают, я вот. Все, пойдем. Кто-то влево-вправо бегает, кто-то вот дает. Сколько? Так, ну я все так же стану на сене, у меня, ну, нормально все чувствую. СС пока есть. Когда на синем стоишь, толку от СС 0. Для тебя, да, для меня нет. Зеленый заберите, хилится. Постарайтесь встать вот так цепочкой какой-нибудь. Небольшой, да. Так, все, готовьтесь, сейчас будет страшный момент. Читую. Ну все нормально, я встал на СС. Блять, ну... Ну что, нет этого СС-толку, как тебе? Ну я, типа, знал, когда будет лужа, я бежал, типа, но все равно, типа, тик лужи в спину добил. Ну, блин, а в 5 метрах от лужи сдох. Вот, кстати, вот, ну, это, ну, как-то неправильно, да, ты выбежал с лужи. Да не то, что она появилась сзади меня, и все равно шотнула. Нет, так это ж как на арене, типа, ты, если каз до определенного процента дошел, типа, то тебе все равно за колонну пролетают. Смотри, в чем фишка? Я с 34-го стака не стоял на месте, я все время бежал вперед. То есть... Просто ты забираешь очень. Я очень далеко, ну, сейчас соберу. Пробафайте там павших. Я взял. Пошли. Если на мне не будет третьего этого, то я выпью хастпот, в принципе, после смерти нормально. И добью босс. Так, ну вы приготовьтесь тут забрать с меня, если что, этот. Слышишь, идеально, ты этот, меня держи покрепче. Далеко, Альмерия вообще 32. Далеко. 32. Просто. Да, в пизду. Ну, я типа успел выйти, но... Слишком больно. А где синий пропал? Не знаю. Типа есть, но все равно станьте. Баг типа какой. Я стою, но он научился тут, но... Добивайте. Отбежали. 800 тысяч. Да, ну все, убегайте, значит, убегайте. Ну, по-моему, вы добили бы на изи вообще.
Нужно написать, чтобы они пофиксили эту хуйню. Слушай, ну типа... Да похуй, блядь. Спасибо. Если ты успеваешь выбежать, то типа ты должен успевать выбежать. Оно ж типа, наверное, рассчитано по стандарту. Чтобы там менялись люди. Да не важно, как она рассчитана. Она должна быть рассчитана, чтобы я успел выбежать слушай, не полутав тик в 30к, понимаешь? Ну так ты ставь телепорт рядом с собой, блядь, и ешь мне. У меня иногда блинком успевал выбежать. Один раз, наверное, из двух. Нет, ну, если попадется типа попадание лужи, ну если хотя ты знаешь уже, когда ты просто эти пару секунд стоишь и просто руку на телепорте уже ну, держишь. А ты чё, этим телепорт мышкой нажимаешь? Нет, ну на кнопке, чтобы тебе ГКД не было, у меня же Аркан Бласт и этот блинк уже на одном шкале. Уже ГКД будет в любом случае. Не мышкой, а лицом, бля. Да ладно, Зорки, мы все поняли. Нам Дон скидывал твою развертку с Молчазара. Ну, а какая она, блядь, должна быть? А в Т4 там вообще будет одна кнопка, блядь. Не, бля, я сейчас хуй дам этот 10к ДПС на Малче без этого, без Салема. Ну, до какого-то времени. Не, ну, не, так зависит, как ты линканешь. Если с трэшем, то нет. Если не с трэшем, то можно. Не, ну понятно, чисто в босса, типа, они будут все еще в этом, в топе, но они уже будут проседать, типа, там, ближе к CLKFM, локи все ниже и ниже. Маги будут файры дебашить нормально. Да, типа, локов просто вообще, типа, CLKFM вообще не апает. Они как продолжают бегать 260-м, кстати, так и остаются. Как начинаю, так и остаются, ну, вы поняли. Ну, да, ханты тоже понятно, просядут. Но это прям не супер много. Зато ханты в Т5 будут нормально хуярить. А кто не будет нормально хуярить в Т5? Ну, хотя нет, сейчас же они понерфили там Рог, Лемов, этих, Ретриков и кого-то еще. А, и Фростмаков. Я, кстати, может 4 на 4 попробую просто матом поиграть. Просто был такой крутой Т5. Я не знаю, типа, я поиграл на очень многих спеках Т5. Прям, типа, супер дохуя. Ну и Т5, типа, кайфовый. Т4 выглядит прям супер мусорно в сравнении с Т5. Не, понятно, я просто говорю о том, что делал ты, говоришь, поиграть в Т4. В Т4 довольно как-то скучно играть. Так и уже, типа, все переиграли на X2 в этом Т5, блин. Мне очень понравился, типа, в Т5 Афлик и ШП прям супер кайфовые. Ну, Афлик, наверное, поинтереснее, чем ШП. Ну, ШП просто приятный сам по себе геймплей. Да, блин, чё танки? Однокнопочные штуки все стали. Танки вообще мне не очень понравились. Вот после реворка Протопол 1 стал прикольный. Там хотя бы они добавили набор стака вот этого от спылов. Я играл вот год назад. Нужно подойти. А Бёрн, по-моему, танчил выручкой. Он даже стримил. Так, слушай, это типа, ну, вообще, на самом деле... Я помню, Бёрн, блядь, 230 ДК лича танчил. И это, типа, мало или много? Это мало. Да блин, это мало. Для по факту, если в два танка, то это типа уже с головой. Типа тебе ДКшка, ты отдаешь две прожимки по два эти. Нет, ну он босса держал.
Ну там же кто-то трэш держит, а кто-то босс. Нет, ну типа потом, когда этот, уже на следующей фазе. А что тут милику, тут надо бежать, да, надо? Либо жопу стенку встать, если на тебя не повесилось. Да. Хорошо. Сейчас, стойте секунду. Да, конечно, стоим. Ну, Волброн может не бегать, а через щиток кидать. У меня еще этот, бес, рыба. Остальные улы. Быстро проходим, почти час. Так, слушай, это типа вот этот вот баг, он типа супер много сэкономит сил. Ну так он сюда ходит, рыбку, рыба. Идеально, слушай, а тебе макрич, ладно. Но это недокачанная репутация. А я, блядь, рыба, кольца без понтов все равно нет. Интересно, я кольцо поменял уже с репутацией. Да. Так, на меня уже 4000 из 21-го. Нормально. Кстати, на кастера тоже можно взять бошку этого грула, блядь, ебать, то сердолик будет ближе, чем... ССК 20 секунд, 25. Бля, подождите, я отнесу еду обратно, потому что я не могу остановиться. Клеважер, блядь. Алло, я тут, сорян. Давай, СС. Идем до бампула. Понял, отходить. Все, иди на место. Сейчас так, до бампула будет. Напомните мне, что мне нужно проклятие рока вешать. Вешай проклятие рока, вот. Окей. Проклятие рока. Ты очень далеко встал, встань ближе. Пять, четыре, три, два, один. Я не знаю, как это работает. Я дамажу. Кстати, я реально сел по мане быстрее, чем маг. Нет. А я, кстати, говорил, что МП5 на лока нормально, потому что смотрите, как я сажусь, я быстрее, чем Алмерия сажусь. Так ты можешь резнуть, блядь. Ну, она тоже, у нее прилив есть, камни. Ага. Прикол, да? А я отбежал назад. Ну, теперь я резнуть. Да не, я очень далеко, ну, меня да. Откинул. Объясните, вот... Нет, я дал на кое-кто.
Как радио работает? Нет, я отошел же к вам после того, как меня не откинуло. А тебя за старые эти заслуги. А в танк летит вроде. А ну как раз переставишь. Слушай, как ты да, вовремя давай, туда ушел? Давай к стенке, просто к вот этой вот, в которой мы стояли. Так, ты меня не в лужу резал? Да, ладно, ладно. Ладно, ладно. Теперь, наверное, в лужу. Нормально. Мне еще дальше почему-то идти. А ты не в меня закинул, наверное, да? Нет. Ну, Глахилу он тоже особо. Короче, как видишь, у меня фулл ману, можешь давать Геру. Че, фаза? Да, давайте Геру. Хорошо, упал. Дизар. Дай дизар на руки. Так у него нету ничего оружия. Ну, оно нас бьет же. Оно без таргета. Не, ну ты ведь ему даешь, он короче перестает дамажить этим оружием. Способность пока не даст. Цель не вооружена. Что-то не бедерская. Попробуй сейчас, когда он возьмет их в руки. Ой-ой-ой, давайте ближе подойдем. Нас закрывает. Фаза в том, что свои, блядь, топоры выкидывают. И они бьют рейд. Стеночку уприте, чтобы не улететь далеко. Бля, второй раз без сдох. Как так-то? Он был мне верным другом. Блин, ну конечно, в Т9 бесы критичные. Целительницы мои как побежали. Ух, сейчас мы дают. Ой, в нас летит. Мне кажется, меня не достанет. Вот здесь, да, вот здесь, где ролик, там не достает. Просто старайтесь по максимуму, босс. Просто 300 тысяч. Вообще не успеешь. А сколько аршан на демажа? Вот скажите, пожалуйста. Неужели голова упала? ГЦ исполен. Кинжал. Кстати, слушайте, это то, что мне нужно. Чё, вы пойдём? Я бы сходил. 186 тысяч. Да, пошлите. Так, по остальным боссам Каражану. Ну, пошлите. Тут недолго через смотрителя пройтись.
Блин, тогда и оперу. Мне вепон нужен с него. Вот, может, уступишь? Возле ворот. Так чё, в самом начале портуемся? А, нет, на смотрителя. Спасибо. Спасибо. Может, это на хулипол зайти? Можешь на хулипол зайти. Чё? Да, библиотека. Буду хоть и там подать, почему другу. Мы за час прошли. Пять минут фласки у меня. Я что-то ролла вообще не видел. Какого там... ролла? А ты босса бил? Ты туда не сделал? Воин-жрец-друид. Ножик на кастера. А, и плащик на кастера. И плащик на МП5 крит. Слушай, у меня что-то не было ролла. В этом присум... Вы присумаете лосс? Да. Итак, так. Есть среди нас... А от кого я слышу там все? Приятный голос? Нет, меня. Выключите. Смотрите. Смотрите. Всё правильно. Окей, я сролил ножик, а почему у меня нет его в инвентаре? Может, у тебя такое есть уже? Все, нашел. Что лучше? Не. Есть среди нас математик, который мне посчитает? Ну, слышишь, Донт, можно я на оперу, если пойдем, я на пало зайду? Наверное, можно. А, ну все. А зачем она тебе нужна? Да ему там ружье нужно. Руки заебатые с силой падают. И тринька, ну, такая, потестить. Ужасно. Для паладина. Да я не знаю, Дон, ты так прямо категорически говоришь, но мы ее в руках не держали. Классно, там типа 15 крит... секунд. Крита. Ну, она не будет прокать по ГД. А где вы все? Не чаще, чем раз в 1.5 секунды. Ну, как раз то, что надо, нет? Ну, нет 1.5 секунды у паладина тычки. Ну, как раз есть. В смысле, нет 1.5 секунды. У тебя в рейде, типа, скорость атаки где-то 2. А плюс, что у тебя еще УВС, буря, все это физатака. Я что с него будет это. 100% будет. Это физатака, просто тычка. Ну, тогда будет хорошо, тренька. И более написано ваши атаки, то есть не написано, что ваши автоатаки. То есть это еще от джаги будет срабатывать. И возможно даже от печати, потому что печать... Ну ладно, нет, печать это доп. Урон к оружию. Не знаю, как она работает. Да колба нужна ретрику для вот, секрет успеха. А вы где? Сумануть сможете? Ну да, но мы суманем, когда мы посчитаем нужным. Не-не, пусть он трэш тоже чистит с нами. Не надо тогда. Там, знаете, исполинов те побежали. Ладно, готовьтесь, боевая стойка. Стакнулись. Донта, что ты сделал? Как ты это... Я не знаю, что он сделал. Я питомца хочу прогнать, короче. А это от исполинового этого? Кого? Да, пацанам пизда. Да, может это от молнии медведя? Зачем вам это? Я могу встать. Идти. Не надо. Заходим через этот. Типа... Через смотрителя точно так же.
Там пробежаться 2 минуты, типа, а вставать, резать будет не быстрее. Как вариант, да. Так, я вроде АУЕ не давал. Так, иссушение, оно же не вокруг моба бьет, а вокруг... Ой, не вокруг исполина бьет, а вокруг моба. Да нет, там это, наверное, на питомце мы его сагрились, а исполин дамаживал и хилился через это. Поэтому побежали на него. Ну, какого-то питомца тоже точно. Да, да, скорее всего. То есть виноват, как всегда, Донт питомец. Но я почему-то не удивлен. Он это до сих пор не привит? Угу. Ты его хотя бы кастрировал? Ну, это да, это сразу. Он поэтому и бесится. Да наоборот, они все становятся такие беспонтовые. Ну, правильно, чего ему беситься уже? Уже все поздно. Исполин. Ну там, походу, не больно бьют или больно? Хуя, мне ж не больно. Тысячи дали. А сколько там людей? Как вы пульнули? Дон пульнул. Просто моб стоял. Снова этот Дон со своими ниндзя-пулами. Блин, у меня сейчас этот, из-за того, что включены фреймы врагов, такие проблемы с восприятием реальности на этом этаже. На лотере, да, пиздец. А. Внизу вообще страшно, что происходит. Да, ты бежишь сверху, типа, а вокруг тебя враги. Так, все, смотрите. Вот шкаф, вот шкаф. А где твой паладин? Вот. Не, не твой. Так я сейчас зайду, мы сейчас на Деву идем или нет? На Деве просто от паладина. Ну, я могу зайти, в принципе. Мне с Девы на Локи нихера не надо. Ну, лучше ж дамаж там. Там 3 милика и так есть. Ты куда мы сразу? На Деву или на Оперу? Сейчас на Деву. Ну вот, на Деве в Локи буду, на Оперу на паладин зайду. Пушка какой-то беспонтовый, да, видите? Восемнадцать плюс 18. Знаете, кто-то такие числа, пацаны? Сложно, сложно. Давайте до кулаки бафну, а в обруты мы хотим. Там, по-моему, должно быть на 4 меньше, чем 40. Легче мне не стало. Мне, короче, не получается пока мне посчитать так в голове. Надо на калькуляторе. Только это не я говорю. А, слушайте, все эти разы мы били без каски, потому что я ебланы их забывал бафать. А никто мне не напомнил. Я тебе про проклятие напомнил. Все поели? Кулак. Блин, я хочу вот такой вот посох, как у Алины. Что за бот выбьешь, может быть? А это сыка, правильно, Алин? Не, сахуна. Нихуя, двухслотовый сахуна? Кулак повар. А, ща. Так, хир на 10 тысяч. Жестко. Да, это с Валькирии. Вот, там мне вот такой вот нужен, с Валькирии. Сагрим пачку еще. Чему твоих мобов пьем? Еще спулили. Я вам сейчас скажу, смотрите, по времени эти два босса нам обойдутся как предыдущие 4. Да. А потом еще СК выпадет эта же шея, типа мы все очень огорчаемся. А если еще сходить на первый этаж, на коня? Мы туда не пойдем точно.
Да нормально, мне 4000 репы осталось. Прожмись, прожмись. Блять, бабу не жмутся. Да я стан дал мобам, так что... Ну, ВК пойдем потом? А я не знаю, мы пойдем в ВК потом или нет? Бля, ну охуенно полюбил, но... Вообще надо ВК. Хорошо, подамажил, хорошо похилил. А почему? Слышите, почему Боба не станет? Или станет, если так? Станется, станется. То есть что смотрю. А, слушай, это не моб, это вовбро топором бьет. Все. Спутал. Не признал. Ты меня хотел с мобом перепутал. Да нет, я типа, ну, кидаю стан, а вижу, типа, какой-то моб бьет топором. Я думаю, что это вообще дело? Я же стан кидал. Отличный план. Надежный как. Как я нахожу паладине. Да, плюс нету. А чё папа в МК не нажал за блин? Так, а в некоторых МК должен сам прожать бабу. Не, так я должен, ну я жал. Кстати, третьи перчатки такие. Так стабильно здесь перчатки и этот пояс постоянно падают. Нет, прошлое, когда нам... Точнее, прошлое два, когда нам падало... А моб загренный сзади. Там тут... Плащ, дух с чем-то. А, кстати, давайте же резним холипало. Слышишь, Зорки, а насколько у тебя, типа, вообще скиллуха на поле пали? У меня нету хилбота, я могу хилить только танка себе. Да-да-да, вот я о том, что, типа, нет, не то, что хилить, типа, ты диспелить должен. Ты у нас там один, кто может диспелить. Что? Я диспелил, пока не могу. Что ешь? Нет, со всех, ну, на боссе. Так он рейнджей в контроль берет. При чем здесь это? Ну что, ну, буду диспелить, что нет. Ты ему говоришь АБВ, он говорит тебе 1, 2, 3, 4, 5. Но у меня на панельке стоит, если что. Что на панельке? У тебя, блядь, все 10 человек фреймов есть? Ну, ты увидишь, когда на кого-то магия стоит. Да, у меня стоит. Ну все. Такой рейсинг такой для приличия. А ты говоришь, только танка хилить могу. На себя. Ты по эксперлу можешь всех рез хилить. Ну там же надо фармить тебя. А у тебя нету настроек, типа, чтобы он сам выбирал таргет, когда ты мышкой кликаешь? Нет, я когда тыкаю, он таргет выбирает, ну что ж, надо тыкать мышкой. Нет, а в хиллботе, типа, ты нажимаешь хил. Ну, типа, в эксперле такого нету, типа, что ты правой кнопкой нажал, и он пилит. Не, я ж на хиллах, я только чисто его сделал для РБК. Ну, сейчас решил, что тебе пилкать. Чисто сделал для РБК и ни разу не сходил на нем в РБК? Не, сходил еще. Один раз. Не, несколько. Больше трех? Да. Больше одного я. Но меньше четырех, правильно? Так, ну меня не прокилили. Ну ты там быстро. У тебя хп быстро закончились слишком. Да блин, эти нехостовые холипалы, что с них взять, блин, даже не успел скасить меня холилайта. Не то, что Боб. Ты чё, блядь, такие слова странно говоришь, блядь? Не то, что Мастан. У меня даже на панели нет. Да я не сомневаюсь, я тебе просто так, ну, намекаю тонко. Что, брат, есть некоторые кнопки, которые поважнее, чем Holy Light? Нет таких кнопок, блядь, Arcane Blast только есть важнее, блядь. А вспышка? Ну так это и есть. Нет, а второй, который там. Чародейский стрел. Но он меньше, он 40% где-то. Босс 60. То есть градация важности спыло. Аркан Бласт, Холи Лайт, чародейские стрелы? Да. Понял. Ну и щиток на присте. Щиток на присте?
Ну, мне Дон вчера замотивировал, блядь. Здесь хил, говорит, пиздато. Одна кнопка жмёт, блядь. Да не, Зорки, это не для тебя. Там, типа, одну кнопку нажать, но нужно еще мышкой двигать. Тебе, наверное, впадло будет. Ну, хотя да. Ну, бля, просто на маге, типа, ты стоишь АФК, типа, вот левой рукой жмешь 1-2, а правой там нужно еще в хил будет смотреть, мышкой кликать. Ресните, Лука. Да я попью пока. Да, ресницы тоже попью. У меня Дон треснул вообще-то. Ничего не знаю, мне пришло от Донта. Привет. Пуляй всех следующих. Слышите? А что это только что на мне был дебаф? При атаке есть высокая вероятность там чего-то такого. Ой, спасибо, вы так хорошо объяснили. Не знаю. Ну, знаешь, понял, короче, разбитое сердечко висело в дебафах, и там написано при атаке то ли МК на тебя наложится, то ли еще что-то. То есть МК можно избежать, просто смотря в свои дебафы? Больше не вешается, наверное. Ну, если вам интересно, да. Да ладно. Идеально, перестань хилить. В смысле, блядь, не это. Перестань, стейка себе валяма. У меня шмана кончится, блядь, через два каста. Ну ладно, тогда не стыкайся. Этот, рыбу вам поставить? Две штуки осталось, пацаны, это предпоследняя. Исполина, это у тебя же фрейм... Ой, смотрите, какой у меня красивый плащ. Подожди, помолчи, Роз. Исполин, у тебя там фреймерш показывает, да? Ты же ДЦ играл, так что... Да у нас есть Рога, он... У меня Вуду стоит постоянно. Там диспел, я про диспел, мне надо... Да-да-да, Холипал будет диспелить. Да, я сомневаюсь. Я подиспелю. Не сомневайтесь в нем. Не сомневайтесь, блядь. Я не сомневаюсь, что он не задиспелит. Я просто слабый дух. Да. Пуляй. Исполина нет, такого хила. Да тут все. Только что разговаривали. Я молчал. Как это? Это был мой брат-близнец по голосу. Да, Донт не достанет. Донт, а подойди ближе, и тебя вообще не достанет. Нормально. Так, ну я умею, не вижу, это мягко. Да ты не смотри ни на кого, вот этот вот рогалик всех сзади спалит. Я в проличии есть еще. А она сейчас и не кидает. Рож, подойди тоже, чуть шаг ближе. Все нормально. Чуть. Я не доставал, чуть ближе подошел. Не доставал что? Ну там на дом-то кинулась хуйня, блядь, надо было предисполить. Застав дурака, богу молиться. Ой, блядь, ты тусуйся, блядь. Так он и в кого там, Эвера? Волонируешься, как это сказано? Нормальный хп, если тебе был, у меня был хп, был. Нормальный. КПС был на уровне нормального, плюс-минус, 1.4. Да, плюс 1.4, у меня был 7.5. Чего ты, блядь, смеешься? Сейчас упал до 6.4. Да
Да не может быть здесь такого хп. Ну вот, смотри, исцеление текущее всего. Ты нахилил 1 000 000, я нахилил 500. У тебя 8.1, у меня 6.4. Какой миллион? Идеально сейчас 650, а нахилил ты 150. Ну у меня написано вот исцеление всего текущее. Да, это мягко, подойди сюда ближе, сейчас умрёшь. Ну куда ты, куда, ну... Да, это ближе, это к центру. Вот Алина умерла из-за тебя. Ее смерть на твоей совести. О, а я 8.7 нахер бы. Слышишь, Роман, у тебя скада осталась? Что да, это да. За числа скидывает, да, это мягко. Ой, да, это мягко. Что-то не скидывал. Рогалик. А я отключил скаду. Я в ней только этот оставил. Агро. Вы наручи заберущие. Голубь. Next, когда выпадет. Ну вот, смотри, видишь, я скинул. Алголона. Чё, Шай? Какой Шай? А, да, Шай, классная Шай. Ну да, голову оперу да уж. Посмотрел зорки, что ты себе представляешь? Ну, догадки только пояса не хватает. Ай, плаща тоже. И 4, ты 4. Иду, и 4. Хотя бы одной. Хуй, счастье. Не, ну хотя бы двух. Больше. А, у тебя одна есть уже? Одна есть, да. Так это, мы про бульный рост с тобой не договорились. Если ты все правильно делаешь, сколько времени он у тебя не висит на рейде? Не на ком висит. Сколько времени он не висит на ком? Да. То есть он по КД висит. Поэтому если ты по КД его юзаешь, ну, как бы он не простаивает. Его эффективность будет плюс-минус одинаковая. Ну, смысл КД держать? Нет. Тем более он же не моментальный. Ну, смотрите, например, ты там про леди говорил. Она лупанула. Ты кидаешь его. Он только начинает хилить через секунду. В это время Коли Крис дал свой каст, шаман дал цепуху, и там уже почти все хп стоят. И твой длинный рост, ну, все уходит в оверхилл, все равно. Ну, вроде там без рефлайн, ну, как поясни. Задача главная сейчас пробьет час на этом. Где вы все? Я не могу сказать. Я тоже, блядь, через кого мы все попрятались? Да кто попрятал? Подойдите сюда, в мелизону. Я бегу за Алиной, Алина бьет меня. Да опять Литл виноват. За Алиной все бегают. Просто, ну как... Вся сутерду вот сейчас вот на этом контакте не захилим. А тупо через ободрение резать ману и ярость и все остальное. Ну да. И в Т10 будет то же самое. Давайте рез всех рез. Рос, поставь шкаф. Хотя ладно, я сам поставлю. Это самый буйный рост, это самое эффективное в этом плане. Именно реса вот этого. О, все, ребят, зоркий полезный, он ресает. Поэтому ну, держать его нет смысла вообще никакого. И поэтому, ну, мы каждую секунду мы кастуем. Да, на тебя рыба. 5 омоложений. Да перед боссом мы еще умрем, да. Кого вы умирать собрались, алло? Минуту, суманите, подождите. Уже никого не осталось. А ну, не, стойте тут. Мы их сейчас суманим. Вот а кого ты суманишь, обро? А, это просто... Да, этот, смотри. Не тыкай сейчас, не тыкай.
Да не тыкай, ничего делать. Я не тыкаю, ничего не делаю. Что, сейчас тыкать? Да ну блин, ну... Покоен себе, так. Да? Да ну не обгонишь ты в Халионе во тьме за ну, Эрдру. А там как повезет, ну на Синдре вообще ХПС мерить, там вот как повезет, попадет на тебя каждый. И все, и. Давай, ну. Войд. Это типа молитва исцеления или восстановление? А, ну вот. А здесь по-разному было. Здесь было, что и 5 стаков идет раз. Откуда. Нет, не откуда это. Как кольца исцеления вот когда-то было. И вообще не давало ставлю. Мы видим. Желать можно для холистой степени, но все равно будет. Короче, им можно много чего делать, но. Войд, блять! Надо весь рейд. Поздно. Как Холи Пал с баблом умер? Когда ваншот, но... Да, там это просто прилетело вниз. Всего 5. Но ты долго держал. Да. Я Донта. Я жру карибу в медовом соусе. Нифига себе. Спасибо. Будет лучшего хули паладина риска, да? Да, да. Спасибо. Подожди, Литл, у тебя пушка с йога, и ты идешь сейчас за пушкой с этого? Да из йога помойка. А, ну понял, ладно. Тебе виднее. Да, ну соки-то нет, понял. Он же, наверное, Сердоли поставит в эту пушку 32-ю. Конечно. Мне больше интересно, как Литл, ты прожимаешь две прижимные дринки одновременно. Одновременно нет. Ну да. А смысл тогда? Нет, две прожимные три нормально, чё? Не, это точно такое же получается, что этот. Но только вторая триня на ретрик, она же долго стакается. Ты отвлекся. Мы все видели, ты отвлекся. Не было. А чего ты не сказал, что ты в сетке? Freedom не попросил. Почему не решифнулся? Форму не спиндил. Понимаю. Получается, мы идем на фулл кару или как? Нет, кроме коня. А кроме шахмат, блядь. Ну вот я предлагаю в следующий раз вот не ходить никуда. Вот бля, так. Может типа скипнем уже? Там внизу супер много трэша. Нет, давайте на это КД. Ну мы уже дошли до сюда. Типа один раз вебом попробуем выбить меня. Если нет, то на следующем уже никуда не пойдем. На это уже... А ты же считал, да. Донт, на тебе хуже. Да, мне меткость нужна. Я пересчитал шмот себе.
Я высчитал, что у меня оверкап меткости через кольцо будет этого 45-е с маджика. А я понял, что профитнее взять просто кольцо с арпа. Сразу позвонить мне, там скинуть 10к голды. То мы будем без трэш. Как мы выйдем потом, блин, после мороза? Куда выйдем? Почти все учел. А куда вы хотите выходить после мороза? А зачем вам куда-то выходить? На оперу же надо было. На оперу. Ну, умрем. Уезжаем в игру, блин, все. Подождите, я вам рассказывал, как поступают грамотные люди. Скидывают мне на почту там 10-15 тысяч голды, в зависимости от того, в каких мы отношениях. И пишут, типа, составь мне бис-лист, типа, такого-то, такого-то, этого, класса, на такой-то, такой-то контент. Получаете себе идеальный бис-лист. Блядь, заберите с меня эту штуку, блядь. Ладно, собрали. Вот, получаете себе идеальный бис-лист, без мороки, без этих всех лишних пересчетов. Нужно, кстати, будет закинуть в гильду, что продаю бис-листы. А что, если мне нравится считать это все? Нет, за один голд нельзя, блин. 10 тысяч минимальное, это по-братски. 15 тысяч это типа сагильдит там. 50 тысяч. Уже давно же посчитали, блядь, что будешь считать. Как вы там что посчитал, блядь? Сирусовские эти посчитали, расскажешь нам в школе. Скинь мне сирусовские Т4 эти БК. БК сокеты, да. У меня.